Да, будет использоваться Армения сейчас и до смерти королевы, и после смерти королевы. Армения будет интересна Западу только в той форме, как разыгрывание русофобской карты. Другого интереса там нет. Давайте не будем забывать, что Америка, Англия, Турция – это страны НАТО. Вот этим уже очень многое все сказано. Поэтому какие-то интересы Армении, если они будут носить антитурецкий характер, они моментально будут пресекаться. И, пожалуйста, вот эти все, так сказать, посылы там из Франции, пускай нас тоже они особо не обескураживают. Потому что Франция тоже член НАТО, и в конечном моменте она будет делать то, что ей скажут. При всей симпатии французского руководства к Армении, которую, конечно, мы видим.